Фортепианная элегия, опус 3. Аранжировка Анатолия Полетанова. Пока Галина Сергеевна ушла, я позволю себе несколько слов. Вот сейчас некоторые молодые люди, обученные за последние десятилетия думать о том, что вся жизнь – это бизнес. Бизнес ради бизнеса. А любая цель ради самой себя – это порог, в том числе и бизнес, наука для науки, жизнь для жизни, любовь для любви – это все порочно, если она не ведет к главному, к духовному совершенству, то есть к служению задуманному Создателю. И вот говорят, ну что такое Рахман? Закрытый тунью, старая, никому не нужная среда, звуковая среда. А хоть здесь молодежи немного, все-таки она есть, и я хочу сказать вам, ради чего мы терпим, страдаем, мучаемся. И мне вот говорят, вот смотрите, держитесь, как Полетаев. Надо действительно терпеть, не терпеть. Христос терпел, учил всех терпеть, если есть за что. И Рахманинов – это символ нравственности, превосходства нашей российской нравственности. Именно с ней, с ее духом, с ее моралью мы непобедимы. Никакие немцы, американцы, французы и прочие крестоносцы ничего не сделают с русскими, пока есть такие, как Рахманинов. Пока мы сохраняем эту святыню как национальный иммунитет. И вот сейчас, что происходит на Украине, посмотрите. Какая печаль, какое братоубийство. И это все создают, делают люди, которые ненавидят Россию, русофоб, и внешний, и внутренний. И когда Рахманинова я играю, клею, слушаю, для меня это не просто салонная пьеса, как некоторые могли бы сказать, музыканты, что там лечь у Рахманинова. Рахманинов – это мемориал. Мемориал по тем благородным людям, которые отдают жизнь свою за Родину, за Отечество, за наши святыни. На Украине вот сейчас воюют за жизнь именно те, которые достойны подвига, достойны аплодисментов. И им я хочу сегодня посвятить выступление нашего оркестра в этом произведении. Элегия Рахманинова вот, в память тех, кто отдает свою жизнь на Украине за русский язык, за русскую культуру и за Россию в целом.